Кореглазая, черная, с белыми лапами. Собака породы стаффордширский терьер потерялась. Ей примерно 2 года. Воспитанная, понимает команды. С поводка не срывается. Ее нашли на Северном в Бендерах и отвезли в центр помощи животным. Это девочка стаффордширский терьер, самка ухоженная. Она была на микрорайоне Солнечный возле детского сада номер 43. Полдня она там провела. Кто ее выпустил, почему собака оказалась в многолюдном районе, непонятно. Воспитатели, мамочки позвонили. Все, конечно, с добром отнеслись к собаке, но попросили все-таки собака особо опасной породы, все-таки ее забрать. И вот мы ее сейчас берем в приют. Естественно, подано заявление в милицию, ищем хозяина и владельца этой собаки. Как собака оказалась на улице без поводка и намордника, неизвестно. Сейчас ищут хозяев. Если не найдут прежних, будут искать новых. А пока нужна семья для передержки. Собака такой породы жить в клетке в приюте не сможет. Стаффордширский терьер умный, легко поддается дрессировке и ждет своих хозяев.